2020 рік з гарною комбінацією цифр вже завершується. Але багато нарікань на нього було, і ми сьогодні дізнаємось, чому саме і чого ж нам чекати від наступного 2021 року. До нашої студії прийшла вже Наталія Журавель, майстриня фен-шуй і астрологиня. І справді можна розкласти цей рік по поличках і дізнатися, що ж він нам принесе. 2021, чи буде він кращим? Зараз дізнаємось. Дуже рада бачити вас, пані Наталю, в нашій студії. Спасибо. Ну то як? Буде кращим чи ні? Добрий день. Да, дійсно, 2020 год, він був насиченим, він був достатньо складним. Ну, я би не сказала, що він був, тому що він ще є. На самом деле, зміна енергії буде відбуватися в феврале. Тобто 3 февраля. Не расслабляемся. Да, мы не расслабляемся, потому что еще месяц декабрь, месяц январь, они достаточно очень значимые и важные. И, скажем так, некоторая энергия может даже в декабре усилиться для некоторых знаков. Да, поэтому мы не говорим о том, что мы его еще пока не провожаем, потому что это рано. И год быка наступит по солнечному календарю 3 февраля. Ага. Этот год, несмотря, вы знаете, вот, такая интересная штука. Вчера вы мне написали, я думаю, ну что же хорошего загуглила, все-таки было в 2020 году. Ну все-таки хочется какую-то хорошую, хочется, да, позитив какой-то подчеркнуть из этого года, потому что плохое знают все. Да? А вот хорошее, вот что-то, два человека вылечили от ВИЧ. То есть это прорыв в науке. Ми, до речі, сьогодні про це згадували, так? Ну і знову ж таки, це ще поки що науковці говорять про те, що тільки йдуть поки що перші спроби. Але ось... Тим не мені, це шаг вперед, це позитив для науки. І запущен космічний частний, да, корабль. Американцы, это, по-моему, второй, насколько я помню, это второй полет уже с людьми. И в следующем году планируют уже частные полеты. Засвоим, да, уже добре. А сейчас это полет, который он, скорее всего, откроет какие-то новые инновации будут в науке, потому что вот я перечень читала, там действительно потрясающие вещи. И, скорее всего, в ближайшие несколько лет это будет открытие. Открытие для всего мира. Плюс все-таки меньше было трафика. Меньше трафика, больше свежего воздуха, больше для окружающей среды улучшения, потому что 2019 год, вот некоторые страны хотели даже объявить коллапс, экологический коллапс. И благодаря вот в этом году это все-таки немножко... Ну, призупинило. Призупинило, так? Да. И люди больше стали уделять, я вам скажу, внимание своему жилью, обустройству жилья, обустройству пространства. Больше стали находиться дома и более тщательно относиться к тому пространству, где они живут, где они находятся. Ну, це, мабуть, залежно хто ще, так? Залежно як. Ну, і ми говоримо зараз про світові тенденції, правильно, пані Наталія? Это общі мировые. Загальні. Общі, ну, мировые, ми ж, да, все ж живемо тут, зараз, і кожного дня зіштовхуємося з нашими повсякденними питаннями. І те, що пов'язане з Україною, нас, мабуть, найбільше хвилює. Так от, для України. Що ж в Україні буде? Це от такий прорив в світі. Справді багато чого сталося непоганого, але на фоні тих глобальних, ну, тих катастроф і те, що з ковідом там і все решта, так, то ми якісь, можливо, позитивні моменти, ми їх менше помічаємо, бо дуже багато негативу. І він якось перехилився в той бік, який би не хотілося. А хочеться позитиву, щоб його прям, ну, дуже багато було. Чи зараз якось зірки нам про це кажуть, буде він чи не буде, той позитив? Позитив, год, очень, ви говорите зараз для України, или опять ми для а мира? Так хочеться для України для спочатку, України, а для світу, ну, для світу для... То теж важливо. Але, мабуть, знаете, другий, вот, ну... я люблю говорити или правду, или не говорити вообще. Кажіть, як є. Як є. Ну, що робити, будемо слухати. Знаєте, я буквально скажу в двох словах. Я вже зрозуміла, нічого гарного не чекати. Ну, почему нічого? Ближайшие два года очень важные для нашей страны. Я больше скажу, что это, скорее всего, конец 2021 года,
2022 год. Он достаточно будет серьезным годом. И я очень надеюсь, что, несмотря на все сложности, все препятствия и тенденции, все-таки это будет к лучшему, и все-таки после этого наступит рассвет. Я очень в это верю. Так, поэтому, будемо чекати після 2022-го якісь покращення. Да. Так, добре. Да, а в світі, а в світі такий прорив, то який вже був і який стався, і там і космічні різні моменти, і все, то він буде і буде розвиватися. Ну, це справді так воно, мабуть, і повинно було би бути з приводу знаків. От кожен, хто зараз вас слухає, чекає, а як же ж я? А що ж буде зі мною? І мій знак? Чи буде добре мені в цьому році? Чи можете ви трошки охарактеризувати для кожного знаку, ну, може, по три, наприклад, так? Такі от найвагоміші події, які будуть цього року. Во-первых, год быка – это достаточно плодотворный год. Бык – это достаточно честное животное, усердное и очень трудолюбивое. Вот те, кто привык очень-очень много работать, трудиться, в этом году их ждет успех. Этот год достаточно такое обновление и восстановление. Плюс бык связан с сельским хозяйством. Это урожай. То есть это год урожая. То есть первая половина года немножечко, конечно, мы будем еще отходить от 2020 года, но ключевой месяц может быть июль, и вторая половина, скорее всего, уже будет... Краще. Ага, ну дочекалися. Хоча би трошки краще, але вже добре. Так. В цілому. Да. Це якщо так в цілому, якщо ми говоримо про цей рік, а для знаків? Ну, давайте конкретно для знаків. Ну, почнемо знаки. Значить, люди, які рождені в год свиньї, кролика, кози і бика, це год такой визовів і перемін. Но эти вызовы и перемены – это к росту. Для этих знаков сейчас самое время открыть какой-то новый потенциал в себе, новые возможности, пройти какое-то новое обучение, то есть обучиться каким-то определенным навыкам, усилить свои какие-то профессиональные способности. И для того, чтобы в следующие годы уже расцветать в этих направлениях. Но этот год достаточно будет для этих знаков тяжко, такой вот. Складный. Он не то, что сложный, он будет интересным. Он год перемен, он всегда интересен. Uh-huh. Он всегда, но это в то же время рост. Это быстрый скачок роста. Uh-huh. Це, до речі, такі от роки, мабуть, чекають люди не один, не два, не три роки, так, а чекають там 5 років, так, поки буде ось така можливість. Це вона? Вы знаете, я вообще склоняюсь к тому, что самый четкий и честный прогноз – это индивидуальный. Угу. Вот мы сейчас берем год рождения. У каждого человека есть как минимум 8 энергий. То есть это в году 2, 2 в месяце, в дне и в часе. Плюс еще приходят 2 энергии, которые в десятилетнем удаче, в столпе удачи, то есть каждые 10 лет меняется цикл. И вот, грубо говоря, 10 энергий нас окружают. Сейчас мы прогноз и анализ идет гороскопа по всего лишь одной из 10. Поэтому это, скорее всего, какие-то общие тенденции. Ну, загальные тенденции, да, я бы сказала, что для тех, кто, для кого вода очень полезна, эти года достаточно продуктивные, несмотря на мировой кризис, несмотря на пандемию. Есть очень людей много, которые в этом году стартовали со стартапами, они очень хорошо начали свой бизнес новый. Очень много положительных эффектов, то есть здесь больше индивидуально нужно подходить. И сейчас мы говорим о годе рождения, но год, некоторые моменты тоже очень важны и очень много может рассказать. Ну, звичайно, пані Наталя, ну, ніхто ж не сперечається. Всі знають, що це все індивідуально, але ж хочеться загальні тенденції все ж послухати, що ж там взагалі буде. Так, люди, які рождені в год криси, дракона, петуха і змії. Це год кар'єрного росту. Это год кар'єрних можливостей. Вот в этом году вам нужно брать по максимуму. Единственный маленький нюанс, вам больше стоит заботиться о своем здоровье.
То есть вы настолько можете поглотиться карьерой, и у этих знаков присутствует некая звезда, которая говорит о том, что больше внимания и больше профилактики, особенно хронических заболеваний, необходимо в этом году. То есть в карьере это практически 100% успех. То есть любые какие-то инновации, любые новые направления, возможности, которые у вас есть, вы можете в этом году для своей карьеры использовать. Эти знаки, это... Ну, тобто, зелене світло, будь ласка, йдіть вперед. Да, так, да. Добре. Ну, тобто, це ми вже всіх розглянули. А, ще є. Нет, ще не всі. Ще чотири знака. Ще чотири знака, які, я би сказала, ці знаки на коні. Це обезьяна, собака, лошадь и тигр. То есть это четыре знака, которых ждет действительно и успех. И... Но здесь один маленький нюанс. Если лежать на диване, можно же все же пропустить. Необходимо... Ну, что сделать? Бык любит работу, тяжелую работу. И для того, чтобы получить урожай, нужно хорошо поработать. И действительно, этим знаком будет светить солнце. Действительно, у этих знаков будут благородные помощники, благородные люди вокруг, которые смогут помочь и поддержать в нужный момент. То есть этот год этим знаком нужно использовать по максимуму. И я бы сказала, наверное, все-таки лидер года – это обезьяна. Обезьяна вот в этом году должна быть на коне. Обезьяна еще в году приходит звезда счастья. Ничего себе. Если, например, обезьяна... Так вы не счастливчики. Вот, счастливчики в этом году. Если обезьянка, допустим, встречается, есть пара, в этом году самое время оформить отношения. Да. Если обезьяна одинока, в этом году, именно в этом году, у нее есть возможность встретить свою вторую половинку. Есть еще тоже один знак, о котором я хочу сказать, касательно личных счастливых отношений, это тигр. Тигр содержит звезду брака. Аналогично, как и обезьяна, если вы состоите в паре, вы можете в этом году пойти под венец, вы можете оформить отношения. Если вы одинокий тигр, в этом году вы можете встретить того самого единственного человека. Ну, бачите, все добре. От такі, хоча б ці два знаки, вони будуть на коні, і це дуже добре. На самом деле, всі знаки на коні. Я вважаю, всі знаки на коні. Ну, так, але треба знати, як до цього підходити, так? Ну, у нас з приводу знаків вже ми нібито розібрали трошки, так? А ось ще є ще інші знаки. От це ж у нас, ми дивилися японський, так, гороскоп. А ще є китайський, так? Да, восточний. Східний. А ще ж ми можемо ще поговорити, якщо встигнемо. Я не знаю, 5 хвилин у нас є ще. Можемо. Давайте обо всьому поговоримо. Так, про все. Давайте, пані Наталя, ну тоді, будь ласка, вам слово. Про знаки? Зодіаку. Вопрос не про зодіаку. Про знаки зодіаку. Можете ще зараз нам трошечки? Восточний гороскоп – это мы по году рождения. Так, а тепер? Если по месяцу знаки зодіака – это западний гороскоп. Так, ну от... Это чуть-чуть другая история, как бы. Я, конечно, могу с точки зрения месяца сейчас поговорить о каждом знаке, но это больше уже западная астрология, я бы все-таки тенденцию придерживалась года. Да. Ну, да. Добре. Мы можем поговорить о доме. Ми можемо поговорити. Так, ми можемо про що завгодно. У мене ще купа запитань до вас, пані Наталі. Я просто дивлюся, що ми за 5 хвилин з вами встигнемо. Тоді добре, якщо ми вже не будемо по місяцях розбирати, то тоді зрозуміло все по роках, по тих щасливчиках, які вже виділилися на сьогоднішній день. А з приводу зустрічі Нового року, з приводу того, як готуватися до нього, які подарунки, в якому кольорі треба зустрічати і Новий рік, і все решта. Це має значення взагалі? То, что имеет значение, это самое главное – собраться в кругу близких, родных, собраться со всей своей семьей, с хорошим, отличным настроением. Это самый главный крутой фэн-шуй, который может быть в доме. Позитив и настроение, хорошие пожелания и этот самый главный атрибут Нового года. Кроме этого, вы можете подготовить свой дом. Прежде всего… Необходимо очистить
это... Від зайвого. От лишнего очистите и свою жизнь, и свой дом. Выбросите все ненужное, все лишнее. Очистите свое пространство. И вы можете также напитать свое пространство энергетически. Вот, например, вы можете принести в дом живое растение. Живое, новое живое растение, которое вы купили, принесите в дом. Вы можете насытить дом апельсиновым ароматом, мандариновым ароматом, то есть поднять уровень энергии. А как же на Новый рік без мандаринів? Да. А як же? Все буде. Вы можете, начиная от апельсинового масла, использовать, то есть разбрызгать с помощью капелек воды по всему дому. Это хорошую, как бы, ци поднимет, хорошую энергию в доме. И вы можете собраться, как правило, фэн-шуй любит круглый или овальный стол. Но если у вас прямоугольный, не проблема. Вы можете накрыть красивой скатертью и собраться. Вот, ну, закриваємо, да, гострі кути, да, і робимо наш стіл приємним для усіх, хто туди буде приходити і сідати. А якщо ви стіл розположите ще в благоприятному місці, такому як северо-восток або северо-запад, це буде хорошим бонусом. То есть вы еще активируете еще положительную энергию в своем доме, которая после празднования может вот, положительным образом сыграть для всей вашей семьи. И также самое аналогично, вы можете елку поставить. Вы можете поставить елку на северо-востоке, на северо-западе или юго-востоке. Но если вы ставите на юго-востоке, до 5 января ее желательно убрать, потому что там смена происходит месячных Ничего энергий. Себе. Да. Самые надежные в этом месяце – это и северо-запад, и северо-восток. Поэтому вы здесь можете и елку расположить, и новогодний стол, да. Так, есть... ну стільки рекомендацій, будемо готуватися. Вже активно треба це робити, бо залишається не так-то багато часу, а щоб настрій був і настрій зберігся надовше, то треба вже приступати, мабуть. Ну і тим більше, сьогодні ми почули всі рекомендації для того, щоб цей Новий рік був вдалим. Дуже дякую вам, пані Наталі, хочеться, щоб ми прислухалися і справді хочеться, щоб усім нам повезло цього року і наступного, щоб він був ще кращим. А якщо треба працювати, ну що ж, будемо працювати тоді, не покладаючи рук, бо справді це потрібно, мабуть, кожного року, а цього року це дуже важливо. Дякую вам, хочеться побажати вам усього найкращого, будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми з вами прощаємось до завтра, зустрінемось о 13:30. До побачення.